Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте одного из победителей, и он захотел Вольтика. Я ему его забрал. Сейчас мы его заберем. Точнее, он у него уже есть, правда, осколками. Вот такие вот плюшечки дополнительно мы получили. Сейчас попробуем что-то придумать. Так, ну давайте посмотрим на аккаунт. Находится он в гильдии мастера. Босс 4 21.00, босс 5 21.30, атака фортов 12.00, битва гильдии 0, кик, факела 20.45, первое и третье места, кидайте заявочки, вступайте, а мы побежали смотреть его аккаунт. Аккаунт у него донатный, ну, неплохо. Как обычно будете бомбить, вот донат выиграл. Это рандом, ребят, кто хочет участвует, кто нет. Не я выбираю, там донат, не донат. Так, отлично. С этим мы разобрались. Смотрим, что у него по аккаунту. 60-67, неплохо. Некрос, вольт уже есть. Ой, неплохо, смотрите, практически все есть. Рибета нету только, но это не беда. Рибета, Сура и Махатма. Так, окей. Давайте откроем вольтика. Отлично. Ну что, поздравляю с недостающим героем. Вот так вот подарили вольта. Так, хорошо. Смотрим, что у него тут есть интересного. Ну, героев, как видите, у него немало, скажем так, хватает. Сейчас посмотрим по талантикам. Анубис запасной даже есть. Так, давайте пооткрываем плюшки. Ну, тут, честно говоря, ничего интересного не падает в этих картах. Пока они у нас еще так открываются на английском. Уже открывается по-другому. Так, Ронин. Ну, такое себе. Давайте сундучки пооткрываем, чтобы он не мучился. Еще вторая карта. Так, ну давай. Давай что-то интересное отсюда, малышник. Нехти. Так, сундучки. С этих сундучков неплохо было бы грубую силу вытащить, думаю. Я не видел еще, какие у него там таланты есть. 300 сундуков. Ну, в принципе, неплохо прокачает просветы героям. Так, сумочки Prime. Тык-тык. Дар жизни. Ну, отлично. Отличненько. Так, ну вроде все как бы. Эту карту ему оставим на память. Поехали смотреть его алтарь. Что у него вообще пройдено? Подземки 801. Он только добрался до седьмых. Странно с его героями. Должен был бы уже затащить. Так. Так. Волны. А Джей остановился, понятно. Так, смотрим алтарь. Нормально, хорошо, отлично. Пойдет. Тыковка. Вот тыковка требует талантика. Череп. Неплохо. Райка без таланта. В общем, думаю, сейчас будем пробовать, да, выбивать талантики. Героев смысла нету никакого выбивать, потому что герои у него практически все есть. Замедление. Да. Побежали. Рогатка тоже есть. С талантами беда. Попробуем сейчас талантики повыбивать. Неплохо. Так, окей. Есть две коробочки. Let's go. Бум. Называется, думаю, ни хрена себе с коробки упала. Ой, утикаха, блин, а Махатма-то нету. В принципе, утикаха можно поставить тому же самому черепу. Так,
такое себе упало. Так, варианты, смотрим, три антика. Вот триант его. Ой, тут вообще все печально. Поставим так живо, может когда-то он там накопит. Так, карты я не буду сливать. Что там у нас на базаре? Тут он ничего не брал. Давайте еще с этой рун пооткрываем. Может там что-то интересное и будем рулить талантики ему. Так, дар жизни у него уже есть. Так. Где там он? А, вот мы на них уже стоим. Поехали, открываем коробочки. Замедление, в принципе, неплохо. Остальное все, конечно, кал полный. Вот обычные коробки были. Окей. Поехали на стрелка. Где тут на стрелок? Вот. Пум-пум-пум-пум-пум. Поехали. Надо выбить замедление. Хотел сказать, надо выбить им баталантики. Так, ну на Купидона сейчас смысла замедла никакого нет. Он уже так не юзается, как раньше. На Фрайку, как вариант, можно было. Так, Афинка нет. На Архидемона будем собирать ему по чуть-чуть. Так, воодушевление. Ну, ведьму, в принципе, он будет использовать. Лучше на ведьму поставим. Так. Укротитель у него уже с этим талантиком. Так, окей, поехали дальше на стрелка. Нам нужен талантик для Вольта. Ну и не только, можно пару ремочек сюда. Только ни первых, ни вторых. Да что ты сделаешь опять? Утикаха, ну. Кому хочешь ее ставь. Можно как вариант Фрейи поставить. Временно. Потому что больше тут вариантов как таких я не вижу. Так, давайте Фрей поставим. Уже пока лучше пусть будет так. Поехали дальше. ТУшка. У него где-то химка была. По-моему, она не особо с топовым талантом. Так, смертельный удар. Вторая. Вот сюда поставим. Пусть лучше там пока сыву будет. Так. Каменка четвертая. Ну, это можно поставить. Потому же самое Фрэнки будет лучше, чем раскол. Раскол только на Фрэнки. Нет, так. Ну, чё-то, блин, печально так всё. Где пятёрки? Этот рандом, конечно, меня иногда порой убивает. Так, третья, да. Блин, исцеление бы, конечно, выбить на пиковку. Либо то же самое воодушевление. Было бы неплохо. Так, малышник. Рэнки 180. Тройка есть. Тройка есть. Четверка. Кому такое мог лепить? В принципе, можно влепить.
вариант Триантику. Чтобы быстрее покачал. Да, сделаем так. Так, окей, поехали дальше. Поехали дальше. Он что-то не прет в последнее время. Вообще не на роллинге, не на таланты. Блин, что не пятерка? Четверка. Ай. Так, Триант. Блин, Трианту четверку можно даже поставить. Купидон у него с пятой, это с пятой. Хотя сюда лучше пятерку ставить уже. Да, у него тут еще есть Леди Лео. Поставим Вольту пока. Вот так вот, неожиданно на вольтике раскол пришел нам. Это интересно. Раскол поставим. Я еще не дотестировал, но у него химка так. Ну, раскол на химку лучше поставить. Оно явно будет лучше, чем ТУшка. ТУ он потом со временем захочет, соберет. Вот так вот сделаем для архидемона. Пусть будет такой вариант. Окей, поехали дальше. Вольт. Вот вам и вольт. Пятерки сразу начали падать. Ну, ярость небес это. Зачем он второй? Это мы сейчас просто поставим куда-то гарнизон. Просто читерный какой-то вольт. Каменка, отлично. Так, Каменка, смотрим его героев. Так, тут отлично все. Так, можно, в принципе, Франки поставить. Или по башке поставим. Зачем ему тут четвертая ремка? Так, отлично. Поехали дальше на Вольта. Вольт радует. Ну-ка, удиви меня еще раз. Исцеление второе же. Самоуничтожение. Удивил. Ну, пятерки хоть падают. Так, окей, отлично. Поехали дальше. Смертельный удар. Ну, это поставим череп. Да, неплохо, неплохо. А, тут корка стоит. Ну, СУ смысла никому нету ставить, кроме черепа. Там корка, в принципе, тоже нормально. Сейчас кому-то допу впихну. Ну, неплохо. Мне понравилось на вольте. Вот читерный вольт у него. Так, ну, поставим сюда. Так, выбрать предмет. Поехали дальше. Вольт, удиви нас еще разок. Приговор. На вольте хоть пятерки падают. Блин, чё воодушевление исцеления? Огненная защита, фига себе. Офигеть. Вот это попёрло. Так, ну вольта с бастом, конечно, лучше было бы собрать. Варианты ОЗ-шка. Но у него так в основных уже ОЗ-шка
стоит. Но Фрея лучше утекаха, пусть будет так, малышник. Поставим рогатки. На Вольта смысла особо сейчас нету ставить у Зайна. Лучше всего баст пока в нынешних условиях, пока ничего такого интересного. Так, ну да, еще пятерку одну. К сожалению, не дал. Ну давайте попробуем карточки. Рассвет. Ладно, оставим. В общем, вот так вот, ребят. Вот такое вот. Ну, в принципе, на вульте мне понравилось. Неплохо талантов выбили. И новые талантики попадались нам. В общем, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, ставьте лайкосики. Участвуйте в конкурсах. Ссылочка в описании есть. Там все рассказано, что надо делать. Всем удачи, всем пока.